развивать, конечно. Да. Вы у меня получаете знания, просто знания. А веру получаете своей церкви. Поймите такую вещь, что есть такое понятие настроения. Настроение связано с верой. Каждый духовный традит свое настроение. Но знания везде примерно одинаковые. Вот. Если вы будете чувствовать разницу в знании, то можно черпать знания в своей вере. В тот момент, когда вы почувствуете, что вам уже тяжело соединять, ну, останьтесь там, где вы верите в Бога, и продолжайте там развиваться. Мои лекции могут быть временным этапом для вашего развития, чтобы вы разобрались во всем. Страх может быть, если у старших есть какие-то противоречия. Вот у меня нет противоречий ни с кем. Может быть, у кого-то со мной есть противоречия. Ну, конечно, однозначно. Ну, как бы, это выбор вот тех верующих людей. Кто-то, ну, допускает возможность другой веры, кто-то не допускает. Я нормально к этому отношусь, это нормально. Сами решите. Как бы, самое главное, поймите такую вещь, если кто-то не понимает вас до конца, то вы поймите, что если взять, вот, допустим, людей любой веры, они тоже друг друга до конца не понимают, даже внутри одной традиции. У меня есть друзья православные, но там у них много противоречий между собой даже. Противоречия неизбежны. У меня тоже, вот в моей вере, тоже много противоречий между собой людей. Я нормально к этому отношусь. У каждого свое мнение, каждый по-своему воспринимает. Цветочки вон, вазочку можно поставить. Каждый по-своему воспринимает все. Но как бы, когда человек начинает идти к Богу, ему очень больно видеть противоречия. Ему хочется, чтобы все было везде мир, как бы гармония. Такое желание. Но потом ты видишь, что это невозможно, и привыкаешь к тому, что есть. Дима, можно мне водичку поставить? Попить. Поэтому, как бы, здесь ведь в чем проблема у людей? Проблема в том, что они думают, что они как-то предают Бога. Ну, если Бог один, вот он людям дал такую веру, в чем предательство заключается? Вот, допустим, ты дочка у отца или сын у отца? Если ты сын, значит, ты предатель? Или ты дочка, значит, ты предатель? Ну, то есть у Бога есть разные веры. Если почитать, допустим, там, почитать, допустим, Тору, там вот реально, вот Моисей, пророк, ну реально там столько событий происходило, которые доказывают это. Вот. Или почитать, допустим, Коран, ну, Мухаммед – это пророк. Вот. Иисус Христос тоже, как бы, это Господь или Сын Бога, я точно не могу понять. Он сам, ну, не говорит об этом. Вот. Не важно. Важно то, что все это от Бога, все это знание от Бога. И я не, ну, как бы, человек выбирает какую-то веру, потому что ему нравится настроение, как вы правильно сказали, настроение само веры. Вот. Если настроение нравится, надо оставить вот эту веру и следовать ей. А знания можно черпать с разных источников, потому что знание всегда помогает углубляться в веру, помогает развивать себя.